Да не, 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 а потом... Так, ну ладно, значит, мы этот самый. Хотим вас поздравить с днем рождения, то есть каково. Вас поздравляю с днем рождения. Спасибо. Константин Иванович, и вас поздравляю я с днем рождения. Вот так, откройте на полную, и музыка сразу играет. А закроешь? А мы не играем. Ну, а это самое, а подарок чайник. Один на двоих, на двоих. Как огромное небо. Да. Ну, а как же? Ну, тих-тих-тих, ну, рано. Вверх-вниз. Все, все. А, подожди. Это когда открываешь, да? Да, да. Ой-ой-ой. Обе труженицы. Все в порядке. Ну вот, а теперь очнулось очередное собрание, застолье. Отмечаем день рождения Таисии Михайловны и заодно Константину Ивановичу. Вот это летний стол. Свои огурцы, картошка. Остальное не знаю как там. Поля? Чудо свершается в жизни раз, новорожденным привет от нас. Слава гостям, шепощили в гроб. Благословен, благословен сей уголок. Десять граммов сердца, постой, погоди. И везет мне смерть. Наташа, ты повезет, Наташа. Устал я греться от чужих. Чем ты тут занимаешься? Посуд уставлен. Зин, ты слышала, что Константин Иванович сказал? Он сказал, что у него, то есть Михайловна 16-го день рождения, а у него 17-го. Да, понял. Так что это самое? Пора стол накрывать. Кино-то что-то решил, да, что он не идет. Зинуля, а вот нам с тобой надо это, как ее, редиску посеять. Чего ты делаешь-то? А, чего ты делаешь со мной? Не со мной? Тогда хорошо, если не со мной.